По всей стране идет сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Жители Тверского региона также активно принимают участие и отдают свои голоса за кандидата на высший государственный пост. Подробнее в нашем сюжете. Народный фронт в Твери и области собирает подписи за кандидатов в президенты. Многие представители партии, в том числе и депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, отдали свои голоса за Владимира Путина. Наш выбор базируется на совершенно реальных достижениях Владимира Владимировича, а вместе с ним и всей нашей великой и огромной страны. Нам есть чем сравнивать. Мы видим, какая страна наша была там условно 2 десятилетия назад и какая сейчас. Это, можно сказать, 2 разных державы по экономическим показателям, в плане военного развития, в плане социальных гарантий. По словам Дмитрия Нечаева, Владимир Путин сегодня самый авторитетный лидер мирового уровня. И в непростое для страны время только ему он готов доверить дальнейшую судьбу России. Сторонники президента приходят каждый день. Поток желающих оставить подпись в поддержку самого движения Владимира Путина на предстоящих президентских выборах постоянный. Так говорят в региональном отделении Народного фронта. Их основная точка сбора подписи работает в Твери на Вахжановском переулке. Владимир Путин – лидер Народного фронта. Здесь, в регионе, мы боремся, чтобы все его поручения были выполнены. Свою подпись может оставить каждый желающий. Для этого необходимо прийти с паспортом в региональное отделение Народного фронта. Главное в работе волонтера – правильно и грамотно заполнить документы. Иначе подпись могут не принять в избирательной комиссии. На самом деле процедура не занимает много времени. Предварительно все волонтеры прошли обучение, поэтому всегда помогут и направят. С собой необходимо иметь только паспорт. До 25 января кандидату нужно собрать не менее 300 тысяч подписей по всей России. Однако в региональном штабе поддержки уверены, что эта цифра будет существенно превышена.